Прошлое не утеряно. Оно живет в нас. В нашей ДНК зашифрованы знания и опыт предков. После 30 лет исследований нашим инженерам удалось создать новейший биотехнологический интерфейс. Мы дали людям возможность взглянуть на жизнь глазами своих предков, открыли окно в прошлое. Вас ждут незабываемые впечатления. Просто нажмите кнопку, и вы увидите важнейшие моменты истории, не выходя из дома. Добро пожаловать в Хеликс. Прошлое в ваших руках. Последний из великих рыцарей храма Жак де Муле был гением, которого предали те, кому он доверял. В этом эпизоде «Павших героев» последние часы жизни Жака де Муле глазами одного из его самых близких друзей и советников. Идет. Друг храма. Флорак, совет не меняет своих решений. Лучше уходи. Я должен видеть магистра. Он на молитве, как и все. Может быть, в другой раз. Король Филипп не согласен. Проклятие! Тебе следовало бы гнить в камере, как только тебе... Предали! Клинки наголо! Защитим храм! Нет, брат, постой. У тебя будет другая задача. Иди за мной. Филипп решительнее, чем мы думали. Очевидно, за ним кто-то стоит. Папа? Ассасины. Ассасины? Я думал, монгольские ханы давно сокрушили их. Ассасины много древнее, чем Масиам, мой друг. Их анархический бред не опаснее чумы. А лечить их намного труднее. Сегодня нам не победить. Поторопись, и мы спасем орден. Что мне делать? Беги к башне. Возьми меч и книгу, спрячь их. Они не должны попасть ассасинам в руки. Магистр, я не... Скорей! Другой.
Башня! Они прорвались туда, забрали... Папа Климент, запомни, еще до Рождества ты ответишь перед Господом за все преступления. И ты, король Филипп, любая кара меркнет перед тем великим злом, что ты причинил ордену. Будьте вы прокляты, и проклят ваш род до 13-го колена. Вы все теперь прокляты. Так, сгорев в огне голода и гнева, трагически кончился век истинной мудрости. Рыцари храма, некогда гордых пастырей порядка, мира и знания, больше не было. Да, запускай снифер. Если Абстерг засекут, вытащи. Ладно, есть контакт. Привет. Нужно много объяснить, так что вкратце. Я епископ. Конечно, это позывной, но пока и этого хватит. Слушай внимательно. Абстерго использует тебя. Ты помогаешь им извлечь ценные данные из генетической памяти. Абстерго уже сумела внедриться в сотни корпораций, правительств, СМИ, НКО. А теперь они хотят подчинить саму историю. Что тебе не страшно? Зря. Но их можно остановить, если ты поможешь. Декан, загружай нам ген AD16, B13, I87.
Да, подцепляю. Неделю назад мы получили доступ к базе разрозненных воспоминаний на серверах Абстерго Хеликс. Пока что мы покажем тебе небольшой фрагмент, чтобы ты понял суть нашей борьбы. Ну а потом сам решай, как поступить дальше. Мы ждем. Арно. Можно мне с тобой, отец? Мужайся, сын мой. Жди меня здесь. Я вернусь, когда эта стрелка укажет наверх. Так долго ждать? И вовсе недолго. А когда вернусь, посмотрим на фейерверк. Да, Арно, не любопытствуй, м? Да, отец. Не украдешь. Вор! А ну положи! Черт! Что случилось? Эти яблоки для его высочества, а не для таких, как ты. Черт! Что такое? Убери! Живо! Попался! Знаешь, как наказывают за кражу? Мы поговорим с тобой прямо сейчас! Какие у них были глупые лица. Я Арно. Элиза. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Шш. Слушай. Не бойся, они нас ни за что не найдут. Это я виноват. Это я взял яблоко. Пойдем за ними. Скорее, что-то случилось. Так их не догнать. Я искренне надеюсь, что этот случай не опозорит наш народ в ваших глазах. Месье, ежели судить народы по их преступникам, то все мы обычные варвары.
Элиза. Отец? Иди сюда, живо. Отец! Пойдем, мальчик. Арно. Арно. Тихо. Выиграть по-честному, так решил сделаться воришкой? Спокойно, я пришел забрать часы. Они мои. Я выиграл. Будь мир справедлив, я бы согласился, но такое дело, это Франция. Я убью тебя. Осторожней, поранишься еще. Я просто болтал с твоим братом. Дюго, быстро зови стражу. Погодите. Дьявол. Сейчас, Эликтор. Он их не получит. Простите. Простите, мадам. Прочь, народ! Господа, прошу, мы можем найти общий язык. Простите его, тот еще невежда. Зачем тебе часы? Ты же считать не умеешь. Скажи мне это в лицо! А, нет. А ну стой! Держи его! Держи вора! Я проломлю тебе череп! А, ну да. Мудрые признают свое поражение. И где, скажи мне, тебя носит? Ха! Теперь попался, мерзавец! Просто недоразумение, не о чем... Ваш хозяин пригрел преступника! Он среди бела дня ограбил мой дом и украл часы! Неужели? Ну что ж, думаю, полиция вполне охотно разберется с этим. Чем, Оливье? Юношу обвиняют в серьезном проступке. Он обокрал нас. Ха. Обокрал вас? Подожди в библиотеке. И не надо так смотреть. Виктор передергивает в карты, это все знают. Арно, с кем говоришь? Ни с кем, месье. Я убедил Оливье не вмешивать в произошедшие власти. Опять. Благодарю, месье. Это который? Шестой раз? Седьмой? Выбрал бы ты лучше иной вид досуга. Ну, игра в карты позволяет мне бывать на свежем воздухе и тренироваться. Обсудим это позже.
У меня дела в городе, но сперва мне нужно забрать Элизу. Элиза здесь? На одну ночь. Утром она вернется в Париж. Ей нужен спутник, раз уж вы так сильно заняты. И от одного из вас хватает хлопот. Может быть, Оливье найдет тебе поручение? Наверняка. Что-что? Кланяйтесь Элизе. Не вышвырнули. А тебе было бы так жаль, да? Прямо до слез. Оливье, если бы не я, кто бы делал твою работу? Лошадей нужно почистить. Вперед. Конечно, месье. О, боже мой! В чем дело, друг мой? Письмо Делассеру, срочное! Успокойтесь, Перро. Если вы упадете без сил, месье Делассер письма не получит. Дайте, я догоню его. Надо отдать сегодня, это очень... Очень важно, я прекрасно все понял. Я передам письмо. Месье Делассер, стойте! Извини, друг. Придется кругом. Подождите! Или повешу. Остановитесь! Как я погляжу, игра в наперстке в моде в этом сезоне. Так кто у них возницей? Пилот? Месье Делассер! Обознался. Простите. Хорошо бы взглянуть на все с высоты. Так вот вы где.
Еще шаг. И пожалеешь. Он что, все еще говорит? Да куда они делись? Я не колеблюсь, принял решение возобновить традицию. Наконец! Государство может почерпнуть новые снова силы, а народ, наверное, шли за мной в поместье. Новый источник счастья. Государственный долг внушительный при моем вступлении на престол. Так, кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Тихо! А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Но, видимо, нет. Полегче, приятель. Готовься к тысяч. Отдай часы. Не везет тебе сегодня, да, Виктор? Удачи, господа. Эй, ты! Стой! Ты что делаешь? Бегу! Он убегает! Отойди! Как медленно!
Так, туда не пробраться. Пожалуй, придется ждать их дома. Добрый вечер, Оливье. Месье де Лассер дома? Господин де Лассер, сегодня будет поздно. Ясно. Значит, пока что поговорю с Элизой. Очень в этом сомневаюсь. Мадмуазель сейчас на званом вечере, в ее честь. А во дворце? Званый вечер? Меня не позвали. Да, и лошадей тоже. Уверен, Элиза просто забыла. Ну да ничего. Так, а поздно это когда? Через час или через три, или, может, завтра. Я не задаю лишних вопросов господам. Что ж, подожду здесь. Трагедии. Слишком мрачно. Мир или трактат о свете Декарта. Я так и не дочитал. Может, подсунуть под дверь? Он увидит письмо, как вернется. Мемуары господина Д'Артаньяна. Это Элиза. Ну вот, письмо на месте. Пусть и поздновато. А теперь во дворец. Фу, в таких лохмотьях и в канаву стыдно. Не то что на бал. Постой, друг мой. Дай-ка я отнесу. О, спасибо, юноша. Максимилиан Робеспьер. Один. Арно. Шевалье из Телемы. Ваше приглашение. Ах да, оно у меня было, но по пути... Без приглашения не велено пускать. Отойдите. Следующий. Шар Габриэль себя. Два гостя. Следующий. Какая толпа, да уж.
наблюдается за оружием, у них тут приемы. А в честь чего нынче приемы? Не знаю. Какая-то там церемония для дочки месье де Лассера. А вы меня тогда впустите? Что? Конечно, нет! Тогда, раз уж вам все равно, я останусь здесь. Кейт, слезай! Встретимся в саду позже. Конечно. Вечер сегодня удался. Я и не припомню, когда мы так собирались сегодня. Потанцуйте со мной, красавчик. Спасибо. В другой раз. Она совсем не меняется. Кажется, этот переполох из-за тебя. Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, под стать твоему. На тебе костюм моего отца? А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванства. Ужасно. Раз не приглашаешь на прием и меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? Беги, я отвлеку их. Что? Ты меня гонишь? Все. Не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги! Боже! Так это вовсе не бильярдная, верно? Все весьма скверно, мадемуазель, во дворе что-то... И мог бы там караулить, но нет. Просто глупо. Никого тут нет. Сумасшедший. Этого лучше не трогать. Могу спорить, подозрите. Опять блевоту богачей из башмаков оттирать.
Что с вами? Слишком много шампанского? Месье? Месье де Лассер? Месье де Лассер! Север, уходи! Стража! Сюда! Убийство! О, Боже! Он убил месье де Лассера! Revolution will be live.